Обратите внимание, это самец и вожак стаи. Он достаточно крупный. Если он скоро зевнет, мы увидим его клыки. Его самка расчесывает его в данный момент, выискивая в нем насекомых. Чуть позади держится основная стая. Видите, это мамы и малыши. Малыши отличаются расцветкой шерсти и, соответственно, размерами. Ну, а кормящих мамаш вполне себе видно по вторичным половым признакам. Подходить к стае опасно. Как вы видите, они заняли позицию, когда при подходе первым атакует самец, защищая всю стаю, находящуюся чуть подальше. Другие интересные подробности вы увидите на канале «Нетуристический Сингапур», в том числе и селфи с дикой обезьяной.